Руки в карманах, струны гитары, стуки бокалов. Дели мою жизнь на 6 эпизодов телесериала клана Сопрано. Я тоже был малым энтузиазмом валом. И если артист, то добра бы и рота забыла, как весело было нам, может, веселье заколебало. Налево, направо разбросаны наши мечты, отправлены в прошлое грустными нотами. Я стремился стать человеком, но люди стремятся быть роботами. Я всех удивил аномалией, чудом, машина с душой. Я всех удивил, но сейчас утомило морально, ведь я для них слишком живой, как удар ножевой. Махом живот вонзается грусть, но душа моя камень. Теперь и поплыли по трассам, разгонимся так, что время не сможет за нами лететь. Мы стали не те, нет общих тем, разлюбили мы чувство победы. Ведь странно устроен весь этот мир человеку, трудно быть человеком. Здесь нет мира, твоих мечт и планов. Медленно ночь заменяют на день, все чипованно падает тени, мы делаем выводы, да, но ничего нового. Снова машина с душою в проекции, в пикселях из комбинации чисел, и снова паршивости даже не чувствую случая, видимо, выполнил миссию. Вы научили меня улыбаться, чувствовать ветер и музыку танца. Я помню все в терабайтах, как 5 своих пальцев. Спасибо вам, братцы, спасибо за то, что вы создали чудо, и я получил свою душу бесплатно. Но чудо второе создано временем нашим и собирает обратно совокупность деталек на платье. Когда-то апгрейднулась до поэта беспечного, но, к сожалению, в этих местах и поблизости нет ничего вечного. Нет ничего вечного, нет. В вечной войне ты сам увидишь все в вечном огне. Мечту помню каждую по небу плывшую, они не простят мне сердце остывшего. Мечту помню каждую и не забуду вовек. Сегодня я ухожу обратно, прощай, человек. Бегали тропами мы по лесам, по полям, по усам Сальвадора Дали. И мы видели магию в этом дремучем лесу под названием «Мир».